Сейчас все получится. Что я хотел сказать? Да, 10 лет. Написал целых несколько песен за это время и спою вам половину. Но песни серьезные. Так, пошутили. Сначала все как у всех, учеба, семья, работа. Но что у меня вызывало смех? Два брата, два идиота. Его раздражал режим, себя повышали в ранге. Он бесом был одержим. Ты ангелом. А после последнего пошли служить. Никто не желал отсрочки, и каждый вождей не мог последним быть. Не в самой горячей точке чернела от дыма сталь. В подбитом, ругаясь танке, он бесом читал мораль. Ты ангел. Потом, как всегда, она классически по сюжету, и каждый забыл, что уже женат, сгорая от страсти к этой, не думая о цене. К любви подходя с изнанки, он бесом молил о ней. Ты ангела. Обычный вроде сюжет, но сколько об этом песен. Считали, что каждый из вас поэт, и миру тем интересен. Но душу свою в залог, как камень лучшей огранки, он бесу всучить не смог. Ты ангел. То плач разбал, то смех, то солнце, то снова тучи. Настолько банальные, как у всех, что мне уже стало скучно. Финал же чуть не забыл, по капле от пьянки к пьянке он беса в себе убил. Потеряла память, ее целовал совсем незнакомый парень. Ее телефон был полон чужих фамилий, ни цвет, ни фасон, как будто уже не шли ей. Гулять по часам, блюсти рацион раздельный. Но что ей лежать, ведь если ты все забыла, тебя удержать никто и ничто не в силу. Четвертый этаж, без лифта подъезд и арка. Такси и экипаж какой-то известной марки. Вокзалы, аэропорты, но не взаперти, и память все так же стерта. А что за спиной? Азарт и ни тени страха. Ведь мир же цветной, есть Бог, и чему я. Ей запах дорог прекрасен на вкус и ярок. Оставлен порог, и все, что грядет, подарок. Так вот, в декабре, не то в январе, неважно, узнав свой портрет в газете, так
письмо, кто ищет сестра и брат. Приеду домой, наверное, позже.